сейчас получится. Я даже ресетать не буду. Ой, придется иногда. Чтобы прыгнуть такую вышку, нажми на бегу клавишу Ctrl, или в воде ходить дело долгое. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам, понял? Давай, прыгай! Все, вы... Отличный клевер! Удачливый, да? Стоп! Я плакат забыл взять. Разбойники! В тюрьме заката тогда. Ебать! Хорошо, что рана не продолжилась. Он прям в самом начале плакат. С блестящего гриба я высоко подпрыгнул. Молодец. Сейчас ты увидишь свой приз. Готовься. Сейчас начнется. А тут 7 секунд. Ты неблагородный жеребец. Что-то тут странное. Только я не боковый кровь дерьма, я какой-то злобный. Цветочные драконы, шутки с сегодня кто-то не ест. Да, у меня корни были, я тоже елся. Какая прелесть, четырехмысленный клевер! Сегодня я не уйдил. Слушай, я не ботаник, но это дерево я не контролирую. Идет неплохо, да. Опять с монетами все плохо. Короче, в принципе, главное, чтобы было 120, когда я буду на коте в тюрьме. Игра сохранена. Пашешь на эту крестную фею. Он собрался стащить нашу землю. Будь осторожней, коты весьма опасны. Кто тут включил подогрев? Ну что я за чудный кот? Очень неверно. Короче, с монетками. Люблю, все не может постоять за себя. Но...
13, минус 13. Вообще тут каждый плакат рандом лютый на самом деле. Там три разных реплики. И они по возрастанию, типа, одна самая быстрая, другая самая медленная. И вот вторая посередине где-то. Молодец. Сейчас ты увидишь свой приз. Готовься, сейчас начнется. Готовься, сейчас начнется. Сейчас попадаю. Выброс зелья боли через 3, 2, 1. Тогда проеб. Секунду. 4. Ну тут скип трудный. Я не знаю, как я еще ни разу не зафейлил его. Вот там на барьер прыгать. Все, в принципе, 90 монет есть. На 2 зелья хватает. Нумизматика это называется. Прости, извини меня. Да ебать. Леверок четырехлистный. Люблю все зеленое. Нет. О, успел. Один готов. Минус 14. Игра сохранена. Более. А, нормально. Все, заебись. Ебать, тут 10 секунд таймсейва. Откуда? Минус 20. Да я сейчас тут хотел. 10 секунд таймсейв. Нет, нет. Уже не 10. А, вообще 16. Бля, если так подумать, можно без скипа даже. Без трудного скипа разобрать. Если с фей повезет. Молодец. Но если скип получится... Виноват, то было бы очень хорошо. Не виноват! Ебать, чуть не сдох. Какой я красивый, просто жуть. Поздравляю!
Ты заслужил. О, быстрая реплика. Заебись. Круто! Ну круто же! Колдовая тема. Ебать. Думал, не долечу. А, ну все, 40 монет есть. Так, монетки. Все нормально. Нет. А, нормально. О, да. Ебать, я даже больше засейвил. Бля, через скип под вопросом, реально, мне ж надо. Хотя мне надо минуту засейвить. Игра сохранена. Я вот не знаю, делать скип или нет. Короче, думаю, может, две попытки. Если испачкаешь, потратить от стыда. Хотя там уже вэра не будет. Короче, как получится. Сохранился. Так получится. То еще, может, с феей не повезет и все, гг. Все, погнали. Я готов. Зелье пропало зря. Его оказалось не на кого использовать. Ебать, получилось. Получилось. Об этом жалеть. Фу, бля. Сейчас главное от инфаркта не умереть. Если я упаду в эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Паутине нет места для двоих. Правда, нелегко драться с котом-невидимкой. Я не маленький котенок. Да, не 20 секунд, чуть поменьше. 16 секунд засейвил. Я их задержу. Вы двое, прочь! Сохранено в лучшем виде. Мне нравится.
Пиздец, как вообще с первого раза получилось. Игра сохранена. Ну все, короче, сейчас тут скип остался. Надо. Добро пожаловать, надоели, ждем вас снова. А вот тебе. Блин. Нормально, нормально. Прости. Хотя если любовь, то значит это можно и не говорить. Короче. Как когда катсцена была секунд 30 назад. Там если прыгнуть своеобразно, то у тебя будет тройной прыжок, который далекий, прям ты вообще далеко летишь. Вот я сейчас смог его сделать. Я что-то не долетел. Вот еще один готов. Бля, вот если на феи повезет, то реально фейер будет. Я не знаю, какая фея самая офигенная. Я возьмусь за дело. Какие приказы, Шрек? Давай разломаем ворота, заберем зону, а постановим потом. Все, у меня фея 2.50. На поднятие плаката я трачу. Секунд 10, может. Или больше. Могучий пряник сорвался с крыши! Нам надо в замок пробиться. Вот тебе подсказка. Давай от молока подальше держись. Гляди, как побежал. Тише. Диагноз. Непереносимость молока. Ножки. Игра сохранена. Да мы же пошутили. Это ужасно. Помогите! Ужас! Кто меня красавчиком назовет, убью. Опа! Вот еще один готов. Молодец. Сейчас ты увидишь свой приз. Готовься. Да-да. Сейчас начнется. Блять, опять сплиты. Надо пофиксить срочно. Сука, вот это ненавижу. Че за баг? Я даже ничего не нажимаю. Вот луковицу шинкуй, вот они. Пару секунд на фикс. Отбивай магические удары мечом. Я подсмотрел сценарий. Выше головы не прыгай. Клевер. Ты узнаешь силу этой палочки. Опа! Может, я погорячился немного? От ее заклятий надо закрываться. Но как? Я тебе сделал. Оу.
Нет. Вот тебе. Нет. Только где синий, никогда. Блять, третий. Ты недоразумение. Она еще и двигается после этого. Четвертый. Не, походу, все, бля. Сейчас я докажу, что буду навеки счастлив. Неужели мне не с кем драться, кроме тебя? Короче, если она сейчас еще раз кинет варп обычный, то еще раз можно. Ну и денек. Ты пожалеешь, что со мной встретился. Найс. Пиздец. Это просто самый ужасный мировой рекорд. Начальному непривлекательному виду. Вот посмотрим, кто будет в третьей серии Шрека. Может, я и осел, но и ты не лев. Так-то лучше. Фиона, вот и твой прекрасный принц. Его еще нет. Вот и он. Кто там будет читать? Да, походу, никто не будет. Жить долго и счастливо. Пиздец. Интересно, сколько тут таймсейва. По-любому, саб 20 можно сделать. И вот... Фея 4 шара кинула, короче, 20 секунд, может. Шрек и Фиона опять были вместе, а крестная фея была побеждена, так что все вновь вернулись к своему настоящему облику. И свадебный бал пошел. В принципе, вроде не было таких фейлов больше. Прям таких стрёмных, огромных, неудачных. Да, 4 шара. Блин, то, что скип с первого раза получилось. Кстати, в Эре не было этого скипа. На 16 секунд. Вообще, я там больше потратил. Я вообще время потратил на закуп зелий. Зелий любви 3 секунды. Так бы был голд у меня. В тюрьме за Шрека. И в тюрьме за кота зелье покупал невидимости 3,5 секунды. Так бы реально 20 секунд засейвил. Вообще, идеально это когда 0 шаров прям. Я не знаю, сколько у меня было бы. Если так посчитать, если я на плакат трачу 10 секунд, то из-за того, что она еще и перемещалась после шаров, я секунд 20 потерял где-то. Вот в Any процент лучшее время на фее это 2.0, 2.06. С плакатом. Может 2.15, 2.16 или 2.20. Ужас, просто ужас. Я не удивлюсь, если мастер с первой попытки это побьет.